Всем привет! Сегодня я покажу свое новое приобретение. Вот оно. Аппарат для приготовления сахарной ваты. Так, сейчас распакуем. Получила я его вчера вечером по почте. Заказывала по интернету. Инструкция. В комплекте идут вот такие вот палочки, вот такая мерная ложечка и сам аппаратик. Вот он какой. Вес у него 1,3 кг. Вот такая чаша. Защитный купол. Ну что, сейчас надо его проверить, как он работает. Для начала я его соберу. Значит, отправляем до щелчка. Так, со всех сторон. Готово. Так, теперь аппаратик. Наверное, вот так будет удобно нам надевать его. Ой, вот так, довольно-таки плотненько. Ой. Теперь вот эта штучка. О, готово. Ой, слушайте, а присоски у него очень крепкие. Все, пойду проверять, как он работает. Сначала нужно разогреть 3 минутки, а потом приступим к изготовлению сахарной ваты. Так, включаем и ждем. Все покраснело. Вот видите, здесь такие вот пазики. Надо, кстати, четко-четко поставить по этим пазикам, чтобы эта штука не вылетела, когда будет готовиться вата. О, все, приступаем. Включаем аппаратик, берем сахар. Кстати, вон у меня, видите, какая винтажная сахарница. Старинная. Берем сахарочек. Ну и потихоньку сыпем. Ого! О, как затрещало. Палочку я уже заранее приготовила. Обмочим ее в водичке, чтобы лучше налипала вата. Смотрим, что у нас тут получается. Пока ничего не происходит. Первые паутинки пошли. Класс! Такой пушистик получается. Обалдеть. Радость детям, да? Вот это вот все потом, конечно, надо будет отмывать. Вот этот вот весь сахарочек. Вкусненький, сладенький. Его можно будет, когда он остынет до конца, оторвать и съесть. Или добавить его в чаек. Значит, что я могу сказать? Аппаратик, конечно, классный. Это будет радость для детей. Дети будут в восторге от такого аппарата. Мой сейчас сын в санатории, поэтому он приедет и будет вообще неимоверно счастлив, если увидит вот такой вот аппаратик, а еще когда сам приготовит эту сахарную сладкую вату, готовится она где-то 5-6 минут, я периодически сахарок подсыпала, добавляла, ну и аппарат тоже отключается для того, чтобы, наверное, не перегрелся. Если вам видео понравилось, ставим лайки, подписываемся. Ну и до новых встреч. Всем пока-пока.